15 пассажиров выжили после крушения самолета в столице Тайваня. 11 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли, по последним данным, 32 человека. На месте катастрофы всю ночь работали спасатели. С помощью специального крана удалось поднять из реки фрагменты фюзеляжа. Извлечены тела двоих пилотов и бортинженера. Также обнаружены бортовые самописцы. Работы по расшифровке уже идут. Напомню, лайнер потерпел крушение накануне, всего через несколько минут после взлета. Известно, что пилот подавал диспетчерам сигналы бедствия, указывая на проблемы. Управление гражданской авиации Макао сообщило, что в апреле прошлого года у самолета по техническим причинам был заменен двигатель. После авиакатастрофы власти Тайваня поручили провести техосмотр всех самолетов этого типа.